Скажите, пожалуйста, а вот существуют вот молитвы от грехов? Есть множество молитв, которые, ну, так сказать, специализированы под тот или иной грех. Ну, например, молитва иконе Божьей Матери «Непиваемая чаша», она читается во время каких-то алкогольных страстей, наркомании и прочих таких зависимостей, да. Есть молитвы перед учебой, например, Духа Святого или преподобного Сергия Радонежского. Есть молитвы во время болезней, там, великомученик Пантелеймон. Есть молитвы там мытаря, просто, так сказать, общая молитва покаянная. Множество различных молитв, направленных, специализированно направленных на то или на другое. Есть молитвы там задержания, которые задерживают нападку.